Я думаю, что по поводу Крыма Россия должен много чего там ожидать. То есть Крым все будет нормально. Это будет туристическая территория России. И я думаю, что это будет признанная территория России в течение нескольких годов. А общее я ничего плохого, ничего особенного по поводу Крыма, по поводу России не вижу. Просто это раньше была российская территория, и сейчас российская территория. Вообще-то, когда мы смотрим, опять я говорю, в истории, когда-то чья-то земля была захвачена чем-то. Но если мы все будем поднимать историю, тогда мы должны друг с другом воевать, что это наша земля была в истории, это наша земля была. А такого не бывает. И поэтому я думаю, что все нормально будет с Крымом. И это будет и точка зрения туристической, там, туристическая территория. И еще там будет развиваться экономика. Будет развитие по поводу экономики. Все будет нормально.